Всех приветствую. Компания ProfiSnice подготовила еще один проект. Вот такой RIP Admiral 410 и с мотором Suzuki 9.9 четырехтактный. Значит, что мы с ним сделали? Значит, мы установили рем. Очень удобно им тянуть, вот, потому что вот это обычно долго не служит, рвется. Здесь мы установили технологический люк. Вот, сейчас я вам покажу. И получили доступ для крепления рыма носового. Консоль. Консоль Altair малая. Значит, хозяин катера пожелал установить сюда тахометр, выключатели на свет, габариты, прожектора, прикуриватель, уровень заряда батареи, чтобы показывал с USB зарядками, эхолот, стекло, музыка. Мы сначала, конечно, были в шоке, как в эту малую консоль можно столько уместить. Но задача поставлена, и задача должна быть выполнена. Поэтому мы начали это все делать. Значит, поставили вот тахометр, шеститысячник. От ходовых огней будет включаться, значит, подсветка. Вот она так выглядит. Значит, здесь будет выключатель на фары. Здесь еще две фары будут стоять. Это будет все устанавливаться на носовом тенте. На тенте будет отдельно еще сделана такая дуга, ну, в виде тарги. Вот. Здесь мы сделали для подключения, вывели вот такие вот штыкерочки для подключения огней световых всех вот этих элементов. Вот. Они вот так разъединяются. Соединяется. Значит, их выведем куда-то в сторону, уже непосредственно, когда будет уже вся швейка закончена. Вот, дополнительно, значит, так как хозяин катера пожелал, чтобы у него было стекло, вот, мы сделали стекло из поликарбоната монолитного. Задача непростая, материал очень твердый, даже грели, гнулось очень тяжело. Но прочность его просто безумная. Мы взяли полоску и пытались ее сломать как-то. Нереально просто. Вот, сейчас перейдем на другую сторону. Так, здесь, значит, у нас прикуриватель из нержавейки морской. Здесь зарядка USB для телефона с указателем заряда батареи. При заведенном двигателе он будет показывать зарядку, которая идет. Потому что мы дополнительно установили выпрямитель на этот двигатель. Поставили музыку. Вот такая вот круглая Boss. Два динамика с обоих сторон. Значит, сейчас я вам включу. Играет достойно. Даже здесь, в таком железном ангаре, когда все фонит. И все такая вот музыка шикарная. Ну, эхолот, естественно. Вот и режимы. Сейчас мы перейдем дальше по ходу движения назад лодки. Вот поставили аккумулятор. Клеммы эти надо заменить, они сюда не лезут. Вот будем ставить другие. Поставили выключатель массы. Установили бак на 12 литров. Вот, собственно, тут вся эта проводка. Тут можно еще что-то положить справа и слева. Здесь дно было такое V-образное, поэтому нам пришлось установить дополнительно фанеру, чтобы выровнять днище. Оставили место для пробки. Вот здесь оно. Вот, специально, чтобы можно было рукой открыть и чтобы вода сливалась. Вот. Ну что ж, пойдем дальше. Так, значит, здесь стоит выпрямитель. Здесь уже мотор пришел. Хозяин его уже устанавливал сам. Мы подключили только кнопку стопа, перенесли вперед на машинку.
Значит, комплект установочный под дистанцию. Хозяин покупал не оригинальный. Я хочу сказать, что мы с ним намучились. И на будущее будет вот это таким же макаром переделывать румпельный мотор под дистанцию. Точно я не рекомендую. Весь установочный комплект, по сути, кривой. Нет переходных втулок, ничего. В общем, троса мы еле натянули. В общем, ну точно не рекомендую. И лучше не пожалеть денег. Он стоит там в районе там, 12 тысяч, но точно могу сказать, лучше купить оригинал. И все будет ложиться прямо идеально. Ну и сейчас, как обычно, мы в завершении делаем тест-запуск. Проверяем, корректно ли работает машинка, правильно ли настроены троса. Сейчас все посмотрим. Ну что, пробуем? Вот, завели, водичка пошла. Включаем передачу вперед. Посмотрим, как тахометр. Все, 900 показывает. Включаем передачу. Слушаем заряд батареи. О, 13,4. Все, идет, пошла зарядочка. А заглушим будет. О, 12,7. Все работает четко. Ну вот, мы все проверки сделали. Теперь с чистой совестью, спокойной душой отправляем его в швейное производство. Делать тент комбинированный. Спасибо всем за просмотр.